Сегодня кадетская школа номер 47 принимала особенных посетителей. Ветераны Великой Отечественной войны стали почетными гостями организованного здесь торжества. Случай не рядовой. Вручение медалей 70 лет победы в Великой Отечественной войне. Но прежде ребята показали старшему поколению, к чему сейчас их готовят в кадетской школе. Сегодня юбилейные медали украсили грудь 16 ветеранов. Напомню, что в минувшую пятницу еще 10 челнинцев получили такие же. Вручал им их президент республики. Всего же в нашем городе своих обладателей найдут не менее 3500 памятных наград. 70 лет победы в Великой Отечественной войне. Кому-то вручат их на дому, кому-то на таких, как сегодня, мероприятиях. Стоит отметить, что для самих кадетов 47-й школы встреча ветеранов, общение с ними и, собственно, участие в организации торжества – предмет особой гордости. Мы принимаем очень близко к сердцу, потому что спустя годы, видите, какая политическая обстановка в мире, что ветераны войны забываются, забывается вклад нашего советского народа в свободу и независимость многих государств Европы, в том числе и нашей страны.